Всем привет! Сегодня у нас первое видео в 2022 году. И первым ремонтом, который мы будем смотреть, это ремонт Leroy Merlin по гарантии. Вот такая шлифмашинка, похожая на утюг маленький. Декстер 220 вольт. У нее даже нет модели никакой. Обращение, значит, причина обращения такая: не держит шлифовальные листы, также повышенный шум работы, нетипичные звуки. Скажу сразу, то, что не держит шлифовальные листы, это гарантии не имеет никакого отношения. Потому что, сейчас покажу почему. Ну да, видите, клиент убил подошву, ну естественно, она будет плохо держать шлифовальные листы. А подошва — это у нас что? Это расходник. Расходник у нас покупается за свои денежки. Вот, пожалуйста, тут какая-то еще есть в комплекте приблуда. Вот новенькая, но это уже, я так понимаю, для чего-то другого. А это вот сюда одевается вместо этой. Ну давайте ее включим, хотя бы посмотрим, как она работает и работает ли она вообще. Фу, напудил. Ну слышен звук, да, тут заклинитый подшипник, скорее всего. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Я, наверное, ее продую сначала от пыли. Короче, открыл ее. Подшипник вроде бы нормальный, даже люфта нету. И в холостую она работает. Нормально. Кстати, светодиод. На видео, когда снимаешь, мигает, а человеческим глазом смотришь, нормально светит. Соберем ее обратно и включим еще раз. Собрал, обратно включаем. Все работает как положено. Ставим подошву на место. Понятно, что это вибрировало. Просто подошва крепится на один винтик, и вот здесь она болтается. Давайте поставим вот ту новую. Будет такой же эффект. Ну здесь просто вот она подтерлась, аж расплавилась. Это уже держится, по-моему, получше. Ну вот, в принципе, все нормально. Да, единственное, подошва — расходник, но можно ли ее купить отдельно? Вопрос. То они делают. Как не обращались, это не гарантия. Ну конечно, да, так. То есть он под углом шлифовал. Они ее перегрели.
Короче, какой толк? Диагностика выявила износ расходного материала, подошвы. Машинка в рабочем состоянии. Вот, ребята, человеку нужно приобрести вот такую подошву. Она даже вот в пакетике идет. И прямо здесь нарисована такая шлифмашинка. 147 рублей. Правда, у нас в Белгороде наличия ее нет. Ха-ха. Ну, это уже как бы другая история, да. Это проблема магазина Leroy Merlin, а не сервиса.